4, 3, 2, 1. Поехали! Вот так, друзья, громче, 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 аплодисменты. Какая красота! Набивали странные слова. А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную осень трубах. А дубы и колдуны что-то шепчут в тумане. Кто знает, кто такой Тютчев? Поэт, поэт, писатель, супер. А, кто учится в третьем классе? Кто в четвертом? Кто в пятом? А про Тютчева в каком классе вообще изучаете? С какого класса? Во всех? В третьем? Ну тогда я уверен, вы сможете ответить. Какое время года? Зима. Спасибо. Тютчев в своих стихах называл ведьмой злой. Человек ответил просто зима до того момента, как я закончил задавать вопрос. Поэтому он получает подарок. Аплодисменты, друзья, вот так. Аплодисменты. Как зовут тебя? Максим. Максим, ты в каком классе? Первом. Мне кажется, тебе надо сразу в третий.